называется «Курган». Снимались с Лопыляковым в прошлом году, еще и, значит, Александр, почетный караул. Надо сказать, что с почетным караулом мы встретились по жизни вообще гораздо раньше, чем вот снимали на Мамаевом кургане, еще в 18 лет. Мы туда пришли, и вот они как раз, шла разводка караула, и мы на этой аллее стоим, вот на этой вот балюстраде, где они идут, и в полном восторге, значит, что прямо на нас, и Леха на свою мыльницу еще их снимает, и слушает, классно, идут, ближе. И мы были уверены, что они нас обойдут. Вот. Поняли, что они нас не обойдут, когда уже получили удар под дых, значит, упали и подам вот эти сапоги, то есть как отползли в сторону, я помню, только лайковые белые перчатки, так раз, они все торжественные, это сквозь зубы. Да вы видите, сволочи. Ну, я говорю, серьезные ребята, вот, недавно мы их сняли, песня называется «Курган», посвящена Сталинградской битве, практически первый раз ее исполняю, так что если будете строго, буду стараться. Едва 43-го года, бомбежка, неделя, Сталинград. Несутся в Германию письма замерзших немецких солдат. Читают в далеких квартирах, пришлите кальсонов и гетер. Мы прошагали полмира, но здесь не пройти километр. Мы загнанные, как волки, едва стоим на ногах, на тракторном, красном. У Волги нас бьют в подвалах, цехах. Они сумасшедшие просто. Такого нету нигде. Стреляешь, а он, как апостол, в атаку идет по воде. Приказ их подобен бреду. И это страшный приказ. За Волгой земли для них нету. Но нету ее и для нас. Мы помним, как с бравурным пением втоптали Европу в грязь. Как жгли города и селения по ходу, с брони, веселясь. Как ползали все, будто стадо. И вот наказал нас за то обычный солдат Сталинграда, расстрелянный в решето. Пекло, раки, пиво, Волгоград, 21 век, на поле боя. До сих пор защитники стоят, видели бороды каменных героев. Часто думаю я почему-то, приходя на Мамаев курган, очень скоро настанет минута, и последний придет ветеран. И эпоха в руке у него, в одноразовом мятом стаканчике, завершится, и встретит его сослуживцы, седые мальчики, они все его выйдут встречать. На своем небесном параде и мир в груди, как клеймо, как печать. Я был в Сталинграде, я был в Сталинграде. Вместе с ним легкий словно путь, полетит он сверху наблюдая. Не святой, а просто русский дух над курганом имени Мамая. Как внизу идет земной парад, как святые подножья возлагают. Про мать родину все верно говорят. Только ни одного не понимая то, что меч огромный нужен ей. Не за тем, чтоб где-то люди ужаснулись, а держать повыше от людей, чтобы никогда не дотянулись. То, что меч огромный нужен ей, не за тем, чтоб где-то люди ужаснулись. Гаснет вера с поколением каждым, что не будут больше убивать. Может быть, когда-нибудь, однажды.